Петрозаводск – ровесник Ленинграда. Он ведет свою родословную с литейно-пушечного завода, который был построен вот здесь, на месте нынешнего Онежского тракторного в 1703 году. Сейчас столица трижды орденоносной Карелии, один из крупных промышленных и культурных центров страны. Красивый многоэтажный город, протянувшийся вдоль побережья Онежского озера почти на 25 километров. Его хорошо знают туристы, так как здравницы местные принимают гостей из разных уголков Советского Союза и из многих стран мира. Это город-труженик. Почти в 30 зарубежных государств поставляет он свою продукцию. Тракторы, бумагоделательное оборудование, железобетонные строительные конструкции, деревообрабатывающие станки, изделия легкой и пищевой промышленности. Вот далеко не полный перечень того, что выпускают предприятия города. Петрозаводск – город студентов, город ученых. Здесь три вуза и больше десятка научно-исследовательских учреждений. Среди них Карельский филиал Академии наук СССР, Государственный университет, филиал Ленинградской консерватории. Ну и еще одна характерная примета Петрозаводска – его стремительный рост. Только в нынешнем пятилетии, по сравнению с прошлым, объем капиталовложений в развитие городского хозяйства увеличится вдвое. В полтора раза возрастает ввод жилой площади. Столица Карелии раздвигает свои границы, благоустраивается, хорошеет.